4 ноября пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В этом году площадкой для проведения областного праздника был выбран Одинцовский городской округ. Главную сцену установят в новой Трёхгорке. На фоне фасадов с граффити пройдет праздничное шоу под названием «Подмосковье объединяет». Кроме того, жители и гостей микрорайона ждут несколько тематических площадок, интерактивные зоны с квестами и викторинами.